ночного Петербурга. Я специально сегодня вышел из дома, чтобы подойти к этому памятнику у нас в городе, который напоминает мне о Кавказе. Поскольку, естественно, для жителя равнинного плоского города самое главное впечатление от путешествия в Владикавказ – это горы. Горы, которые ты каждый день мог наблюдать из окна гостиницы или просто гуляя по городу. Или благодаря той фантастической возможности, которую нам устроили организаторы, что мы смогли посетить горные деревни, посмотреть, как это выглядит уже сверху вниз. Ну и сам город. Я вообще люблю исследовать города, много по ним ходить пешком, и Владикавказ, по крайней мере, его центр я практически обошел. И нашел много для себя интересного. Это и такая очень своеобразная школа художественная. Видно, что много больших памятников, памятных досок, которые сделаны по-своему. Есть такая соревновательная народная традиция, как сделать почтовый ящик, как сделать адресный знак, как сделать вот эти ворота, двери в замкнутые дворы, вот уже частных домов. Все это, собственно, составляет оригинальную структуру города, которая делает его уникальным, интересным. И Кавказ мне понравился, и, конечно же, я бы хотел приехать туда еще, потому что, ну, это очень красивый город.